Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 5.4 выполнить первоначальную настройку устройства. Выбираем язык. Нажимаем «Начнем». Вставляем сим-карту, если нет, нажимаем «Пропустить». Далее подключаемся к Wi-Fi. Вводим пароль. Можем скопировать приложение и данные из аккаунта Google, либо этого не делать. Вписываем наш адрес электронной почты. Нажимаем «Далее», вводим пароль. Нажимаем «Принимаю». Включаем все сервисы Google, нажимаем «Принять». Выбираем поисковую систему, нажимаем «Далее». Можем давать отпечаток пальца, либо этого не делать. Также распознавание лица и пароль. Можем продолжить настройку сейчас, либо сделать позже. Нажимаем «Напомнить позже». И нажимаем «Начнем». На этом все. Мы можем теперь нормально пользоваться нашим телефоном. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!